Здравствуйте, я сегодня снимаю специальное видео, чтобы зафиксировать себя с бородкой. Вот. Я когда брился, я оставил себе такую вот бородку. И хочу, чтобы вы сказали свое мнение, подходит мне бородка или наоборот, лучше когда я гладенький. Ну, я считаю, что когда я по настроению, когда я хочу почувствовать себя профессором, значит, немножко бородку оставляю. А когда хочу почувствовать себя молодым, тогда бреюсь гладенько. Бывает такой гладенький-гладенький. Очень приятно себя трогать за лицо. Что еще хочу сказать? У меня еще на канале, уже на канале 8 подписчиков. Некоторых я знаю, некоторых не знаю. И я попрошу вас написать мне в комментарии. Значит, первый вопрос. Как вам нравится, с бородкой я или без бородки? Или оба варианта хорошо? И второй вопрос. Как вас зовут? Из какого вы города? Я думаю, что многие те, кто в YouTube выкладывает видео, блогеры, они снимают именно видео для того, чтобы порадовать вас как-то. Мне хочется вас как-то порадовать, что вам новое рассказать, как-то поднять вам настроение. Я сейчас говорю моим подписчикам, это прежде всего. Пожалуйста, напишите вот эти короткие вопросы. Значит, с бородой, без бороды, либо оба варианта. И второй вопрос, как вас зовут, из какого города. Может быть, вы что-то еще хотели бы, чтобы я вам его снял. Принимаю заявки. Вот так. Канал мой называется «Жизнь в Германии. Юмор». По этой теме я принимаю заявки. Так что пишите комментарии, мне будет интересно знать ваше мнение. С вами был Эмиль Карлсон. Чусь!